Хотел бы сказать вам, что эта конференция была очень успешной, и у нас на этой конференции, несмотря на то, что эта конференция Евротас, Европейской транснациональной ассоциации, присутствовали делегаты из многих-многих стран. Мы посчитали, например, у нас получилось 29 стран, 29 countries. Maybe representatives of these countries will stand up or raise their hands. Latvia, Lithuania, Estonia, Mexico, Germany, Austria, France. Болгария, помните вчера? Бельгия, Belgium. Венгрия, Hungary. Греция, Greece. Испания, Spain. Барселона, Каталония, Италия, Italy. Финляндия, Finland. Хорватия, Arabia. Македония, Macedonia. Молдавия, Moldavia. Казахстан. Соединенные Штаты, United States. Канада, Canada. Парагвай, Paraguay. Румыния, Romania. Cyprus, Китай, China, Дания, Denmark, Израиль, Israel, Индия, India, Куба, Cuba, Уругвай, Uruguay. Какой магнит нашей конференции? What a magnet of our conference. Южная Африка, номер 30. South Africa. 30 стран. Что-нибудь еще я забыл? Россия. Россия. Страна-организатор. How come I forgot it? Итого, 31 countries. And this conference. Serbia. 32 countries. Thank you. Any more? Белоруссия и Аргентина. Argentina and Belarus. 33 страны. 34 страны. 34 страны на этой конференции. At this conference. Колумбия 35 стран. 35. Что? Было. Yes. 35 стран на конференции European Transpersonal Conference. Мировым трансперсональным форумом. У нас было, опять-таки, статистика не очень точная, но тем не менее я вас порадую. У нас было 91 докладчик, плюс к этим докладчикам 192 участников, плюс команда, которая состояла из team made of organizers, volunteers, interpreters, around 40 more people, so all together more than 300 people participated at this event. It's a big success. Очевидно, что мы растем, несмотря на сложности в мире, несмотря на сложности в экономике, сложности отношений между государствами. Евротас за пределами этого. Евротас всех объединяет. Евротас помогает нам преодолевать все ограничения. И помогает людям жить лучше, вне конфликтов, в большем счастье и радости. Я хотел бы также напомнить вам, во-первых, конференция еще не кончается. Прямо сейчас, после перерыва на обед,
after the dinner time, you will have величайшая возможность продолжить исследование эволюции Зигмаром Геркиным на его однодневном семинаре по соматической осознанности и выражении Зигмара. Show yourself. He's in the lobby. Зигмар где-то там общается с поклонниками. После обеда с 3 часов до 7, пожалуйста, на семинар, все, кто хочет научиться тому, тому, как выражать себя в жизни, и как сделать это выражение инструментом развития, пожалуйста, на семинар по соматической осознанности и эволюции Зигмара. Завтра и послезавтра очень сложный выбор у всех вас, потому что у нас два великих семинара с великими мастерами. Первый семинар – три великих шамана из 3 стран. Николай Оржик из России, Стивен Шмидт, президент американской психологии, из Калифорнии, США, и Пьер Луиджи Латуада из Италии, президент итальянской ассоциации с громадным опытом шаманской работы, консультирования во всех странах мира. Первый день будет вести в основном Николай Оржик, и в конце первого дня три великих шамана проведут мощный шаманский ритуал, шаманское камлане, очищение, раскрытие дорог в вашей жизни, все вместе втроем, с пением и шаманскими барабанами. Второй день Стивен Шмидт и Пьер Луиджи Латуада проведут интенсивный, но очень мощный курс по шаманским путешествиям во Вселенную для получения знаний, для исцеления, для всех наших повседневных необходимых дел. Пьер Луиджи и Стивен Шмидт, пожалуйста, stand up, show yourself. Давайте поаплодируем. Еще не поздно записаться, как вы все заметили, наверное, у нас очень низкие цены на конференцию и на все семинары. Во всех других местах, во всех других странах вам, во-первых, будет очень сложно попасть, у вас не будет привилегии участия, а во-вторых, цены будут значительно ниже, чем цены на нашем семинаре. И второй семинар, который параллельно, я сказал, что очень сложно будет сделать выбор, с столь же величайшим мастером, великим артистом, великим музыкантом, великим певцом, Гильермо Бетанкуром из Кубы, он один из героев моего последнего танца, фильма «Продолжение танца бесконечности», называется «Конференция инструмента эволюции». И Гильермо, он здесь, Гильермо. Show yourself, please. Гильермо здесь, Гильермо снова с нами. Гильермо будет вести постконференционный семинар о том, как каждому из нас научиться полностью выражать себя в жизни. У нас есть только тело. У каждого из нас, да, и через это тело выражается наша душа и наш дух. И поэтому каждый из нас призван и обязан быть великим артистом. Иначе как люди поймут нас? Иначе как люди узнают, что происходит внутри нас? Гильермо постиг это в своей жизни. Он рассказал мне удивительную историю о своем кубинском детстве, о том, как он открыл в себе великого артиста. И он поделится этим опытом, как освободить свое тело, как освободить свой голос, как стать великим артистом в повседневной жизни, в общении с друзьями, в преподавании, в деле необычных повседневных жизней. In everyday life, in projects, artistism is the drive and the. Бросайте монетки, делайте свой выбор и записывайте срочно на эти семинары. Для тех, кто живет в Москве и сможет приехать в Москву. У нас также великолепное продолжение, потому что в Москве будет еще 2 семинара лидеров этой конференции. Семинар Свена Донера
в Москве по голосу, как инструменту шаманского исцеления и воздействия. Двухдневный семинар в центре открытый, в центре Исток, который находится в открытом мире, на метро. Можно записаться и целых два дня работать со Светом. И также 29-30. И также 29-30 Московский институт психоанализа, который является одним из организаторов этой конференции и спонсором приезда Гильермо Бетанкура в Россию, организует семинар с ним в Московском институте психоанализа, также художник. Так что это продолжение нашей конференции. Теперь о продолжении дальнейших трансперсональных великих событий. Но прежде всего, в следующем апреле, а именно 12 по 14 апреля, в Калифорнии, в замечательном месте Асиламар Конференс Граунд в Монтерее, состоится юбилейная конференция Ассоциации трансперсональной психологии. 50 лет, только подумай, 50 лет всего нашего юбилея. И поэтому на эту конференцию съедут все звезды, абсолютно все. Так что Стивен Смит приглашает нас участвовать в этой конференции. И я думаю, что многие будут там, я, по крайней мере, собираюсь. Туда Стивен меня пригласил. И там будет настоящее событие, великое событие, продолжение нашей трансперсональной конференции. Ну и сразу же вслед за этим right в Москве Moscow, к нам приезжает Арни Эндель в Москву. И там 20-21 апреля состоится потрясающий новый семинар на новые темы, в котором они объединят все, что они открыли до этого, с новейшими открытиями физики. О черных дырах, темной энергии, параллельной вселенной. И вот мы будем в этом океане вместе с ними в Москве познавать нашу жизнь. Так что я всех приглашаю в Москву 20-21 апреля. Семинар на английском русском языке. November, it will be translated, so don't miss this seminar. By that time, two new books will be published by Amy Dreams as a Source of Creativity and by Arni Conflicts, the greatest books, the greatest masters, founders of process work. Welcome to Moscow. Next, that's not the end of transpersonal year of 2019 in France. Сейчас скажу точно даты. Во Франции. Вот, с 26 по 29 сентября под Парижем во Франции состоится следующее, тоже юбилейное, 20-е конференция Евротас over there. Бернадетте, вы район. Бернадетте, район. Can you stand up to show yourself? Бернадетте Блин, президент Евротас. Французская ассоциация организует эту конференцию. Так что все этим расширенным составом едем в Париж, Бернадетте, на 20-ю юбилейную конференцию France to the 20th anniversary Skoro вся информация появится на веб-сайте, не пропустите. Ну и, конечно же, через некоторое время после этой конференции у нас будет российская конференция ежегодная. Мы у нас уже был президиум, и мы наметили и тему, и дату этой конференции. Это 5-6 октября. Конференция, посвященная практикам совершенствования. Очень мощная тема. Как нам расти, как нам развиваться, как нам совершенствоваться. И на эту тему всем лидерам российского духовно-ориентированного трансперсонального профессионального движения есть что сказать, есть чем поделиться. Я приглашаю всех на российскую конференцию. На сайте открывается, скоро будет информация, не волнуйтесь. В 19-м году, конечно, в 19-м. 18-м у нас объединение с Евротасом. Боливар не выдержит двоих, и мы не можем проводить две конференции рядом. So it will be next year. Сливается.
Вот, возвращаясь назад к этой конференции, она, конечно, была бы невозможна без многомесячного самоотверженного труда, но прежде всего команды, состоящие в основном из президиума Российской трансперсональной психологии и психотерапии и президиума Европейской трансперсональной ассоциации Евротас. Мы много месяцев работали над тем, чтобы это стало реальным, чтобы была такая замечательная, хотя и сложная, но тем не менее такая обогащающая всех программа. Поэтому я прошу членов, которые здесь, Российской ассоциации, пожалуйста, встаньте все, покажите себя. Российская ассоциация. Поднимите руки, где кто здесь, многие уже уехали. Женя, мы что-то здесь. Ну, вы еще здесь, вы работаете, все очень замечательно. Working for us. Спасибо. Thank you. Члены президиума Евротас, please stand up. Программа комиссия on behalf of Евротас, please stand up. European Евротас. Многие уехали, но кое-кто еще здесь. И, конечно, нам помогал Стивен. Стивен, you are here with us. От себя лично я не могу не отметить самоотверженный труд команды, которая спешила, чтобы подготовить две премьеры моих фильмов к этой конференции. Было очень сложно. Мы не спали ночами. Были некоторые ошибки, но самое главное, вы увидели почти готовый продукт. И из присутствующих здесь я хотел бы выразить глубокую благодарность Сереже Баеву, переводчику твоих фильмов. Сергей Баев, интерпретер, такая работа у переводчика. И также вся моя команда, команда операторов, команда монтажеров, и особенно Олеся Автухова, монтажер и сорежиссер этих двух фильмов, которая также была монтажером и помогала мне с первым фильмом «Танечка бесконечности». Громадное ей спасибо за эту бесценную работу, самоотверженную работу. Олеся ездила со мной в Мексику, она помогала снимать многие интервью, и вот многие фрагменты фильма сняты также во время ее путешествий. В конференции у нас, ну как всякой конференции, есть люди, которые ну, не на виду, как, например, вот мы там с Геной, там, потому что мы там мелькаем, там, нас благодарят. Хотя благодарим вот этих двух скромных женщин, которые на самом деле являются главным мотором и движителем вообще всей конференции. Это Мария Лифанова, the tour operator that helped us all come here. Our logistics partner. And Оксана, the secretary of the conference. She helped all of us to build the program, to make all the changes in the program, to solve the conflicts, to solve all the problems with during the conference. These two wonderful women actually made the conference. И, конечно же, ну, они были не одни. Как говорят, у них были длинные, крепкие руки. И я попрошу прежде всего команду волонтеров. Давайте начнем с переводчиков. Переводчики, пожалуйста, переводчики конференции. Голоса, пожалуйста. Не все с нами. Гарри, пожалуйста, Гарри встал, он сзади вас. Обратите внимание, Гарри, переводчик, пожалуйста,
last book of the Bible, by the way. Замечательный специалист, замечательный переводчик. Без них нам было бы очень тяжело. Нам помогали также многочисленные волонтеры в каждом зале, чтобы все было в полном порядке, отвечали на все вопросы. Дорогие волонтеры, встаньте, пожалуйста. Кто еще остался здесь? Because many of them have gone by this time. Кто мальчик? Нет, я сказал, дорогие волонтеры, я сказал. Все волонтеры, да. Мужчины, женщины, меня поправляют, что вроде бы я расовая сегрегация сказал, только в статье волонтеры женщины. Volunteers, all the volunteers, women, female, male volunteers, no race, no sexism in Russia. У меня еще много чего. Значит, я хотел бы также поблагодарить, в каждой конференции есть еще такая материальная техническая составляющая. Встречать, провожать, обеспечить аппаратурой, снять все материалы. Я хотел просить главного оператора конференции Ирину, телевизионного специалиста с 20-летним стажем, которая специально приехала для того, чтобы помочь нам сделать хорошее видео об этой конференции. Спасибо большое. Came from another country. Thank you. Нам также помогали люди, которые бесплатно предоставили аппаратуру для синхронного перевода. Обычно это стоит где-то в районе, сейчас дайте мне сообразить, 4000 евро на конференцию. Такая, мы получили бесплатно. This interpretation equipment, and we receive it for free. Thanks a lot, Julian. He helped us very much with all his headsets. This helped us. Тем, кто пожертвовал уже на конференции, там несколько человек, деньги для поддержки конференции. Большое вам спасибо. Я признателен Инге Ярсицу за то, что он передал все деньги, которые он получил из предконференционного семинара по холотопному дыханию в фонд конференции для того, чтобы поддержать ее и сделать наш баланс положительным. Давайте поаплодируем ему. Ну и конечно же, я благодарю вас всех за то, что вы приехали сюда, поддержали своей энергией, своим вниманием и, самое главное, своим искренним стремлением знать, кровь. К реализации, к помощи другим людям, для того, чтобы наше движение продолжалось, для того, чтобы оно набирало силу, росло и распространилось дальше в нашем обществе, в котором, я считаю, мы так нужны. Потому что мы на самом деле в каком-то смысле авангард человеческого знания, авангард психологии, авангард психотерапии. И если мы сумеем донести людям свою помощь, показать людям, что вот те знания, которые есть у нас, могут действительно помочь, мы можем помочь развитию и, может быть, даже спасению человечества. We can maybe even save the humanity. Гена хочет добавить. Гена хочет добавить. I also want to add that I don't know how much you feel this gratitude, but without this man, Ivan, stand up, without this Ivan, you would not hear anything, no translation, nothing, all the wires and cables he did. Yes. Безусловно, я назвал не все имена, я не всех поблагодарил. Если я что-то забыл, то простите меня, пожалуйста, я благодарю вас всех, me. Кто помог, явно и явно, проявленным и непроявленным участием. Большое, большое вам спасибо. Не от меня лично, от всех от нас, каждому персонально, от человека к человеку. From person to person. Dear Vladimir, with the greatest gratitude for the fact that we've been here, thanks to your input, or from me and from your students, on behalf of us, so we thank you a lot.
Regional programs. I have accepted flowers for all of us, for all the team. I ask Pierre Luiz and Steven Schmitz to come with the instruments to finish up. Or Steven, what did you want? I'm here. Я здесь представляю Ассоциацию трансперсональной психологии США. Владимир, можно вас еще позвать? И мы хотим признать работу и вклад Владимира, его вклад в область трансперсональной психологии. И мы хотим подарить тебе вот такую вот бутылку калифорнийского вина. Это же то, что я люблю. Теперь можно всем распить ее. Когда конференция закончена, можно и выпить. Еще такой высококачественный шоколад из Сан-Франциско, чтобы в этой быстрой жизни ты не забывал, что она также и сладкая. Спасибо. И Стивена приглашаю, Пьер Луиджи и Стивена с их бубнами. Пьер, может быть, ты с нами тоже поимпровизируешь на закрытие конференции? Гильермо с нами, он поможет нам тоже всем вместе. Sven still here? Sven? Я хочу сказать еще огромное спасибо. I'd like to tell thank you. Пространство Санкт-Петербурга. For to Saint Petersburg and the city of Saint Petersburg. That space. Так тепло этот город еще никогда не встречал. It meant us in a very warm way. It's very warm. And I really adore the space that you have found. It's fascinating. Thank you. Taking into account I am a member and I live in St. Petersburg, I'm glad that we felt either warmth or transpersonal nature of this place, and I'm sure that our common vibrations help us create the united structure like money that will bring warmth and extend boundaries of our perception. It will assist us in our common affair of saving our planet. Everybody here to acknowledge that you have a body as well as a mind and a spirit. Would you please all stand up? Есть сознание, пожалуйста, все встаньте. And let the sounds of the drums, the singing, the conch shell, everything else to move your body. И двигайтесь естественно, так как вы чувствуете, что вам легко и чувствуете удовольствие.
asana. Thank you. Следите за сайтом Евротас, за всеми транснациональными сайтами. Please check the Eurotas website and let's meet again. At least a few times a year. See you next time. Thank you.